Добрый день. 21 июня. У нас снег цветет, но пчелей не хватает, наверное, все-таки. Тут дожди были, он замочило все, весь газон в луже. Работки, короче, прибавилось. Вот. Спрашивали про семью, которые матки облетываются в одном улье. Давайте немножко расскажу. Ну, во-первых, это семья старуха в апидомике. Она сейчас на 12 рамках. Вот, забираю я от нее расплод потихонечку. Вот, уже дал, потому что матку я здесь видел, в прошлом видео пометил белой меточкой. Вот, я уже дал сюда рамку расплода печатного на выходе. Ну, сейчас покажу. Там не нашел я матку. Но пчела летит хорошо. Я дал туда маточник. Посмотрю, ну, на всякий случай, как это, примут, не примут. Вот. Ну и здесь пчела летит, полетела потихонечку. И тут строят вощину во втором корпусе. Строят вощину, значит, соответственно, матка есть. А пока расплодом я ее не усиливал, ну, во-первых, сейчас вам покажу. Это второе видео уже. Первое видео начал снимать, увидел матку, хотел показать ее вам. Полез к штативу, она убежала и не смог найти. Ну, дай бог, сейчас второе видео, может быть, сниму, покажу, как две матки существуют в одном улье. И дай бог помечу, может быть, если найду ее опять. Вот. Мои дальнейшие действия. Вот. То есть многие люди говорили, что пчелы-то нету. Да она мне не нужна в безъядочный период. Мне расплод нужен. Чем за роями бегать. Что я собираюсь, ну, на взяток сделать уже, до взятка еще недели две, может, три осталось. Я собираюсь выбрать лучшую из маток, вот здесь, вот, соответственно, объединить. Запах один и тот же приблизительно, вот, лед в один и тот же. Вот, ну, заберу маточку там с рамочкой засева, может быть, буду ее уже разгонять. Вот, одну из маток. Вторую матку запру вместе с расплодом в первом корпусе. Отдам летную пчелу отсюда, унесу. Тоже интересно, облетелась, не облетелась, не могу найти матку. Но пчела летит хорошо. Ладно, чтобы не занимать вашего времени, вот постараюсь показать все побыстрее. Смысл, в принципе, думаю, что, наверное, поняли, какой. И заодно посмотрю, ну, засев смотреть. Я приготовил, конечно, лупу. Но матку видел, и видел даже, как она сеет. Сейчас попробую найти еще раз, показать вам. Тем самым, я ушел от роения, конечно, в первую очередь, вот, и подготовил семьи. Ну, еще пока не подготовил. Уже стамеской, а то везде валяются, то нет. Так, ну, надеюсь, вам видно. Отсюда, может быть, даже. Матки
Думаю, облетелись, начали сеять, потому что пчела идет с пыльцой. Так, давайте я сразу, наверное, перейду в первый корпус, где я рамочку расплода подставлял, и покажу, ой, что здесь. Кстати, еще я перегородил, как вы помните, я кармашек закрывал окошечком. Окошечко у меня было с разделительной решеткой. Вот, сейчас я положил полиэтилен полностью. Вот. Ну, пчелы здесь немного. В принципе, мне и не нужно сейчас. Ну как, нужна пчела, но тут есть рамочка расплода, я им еще подкину потом. Рамочка тяжелая. Тоже с метком. Вот такую рамочку расплода я им дал. Вот пока, как говорится, начервление матки. Сейчас матку я здесь метил и запускал через литок. Вот я ее пометил, увидел. Сейчас я... А вот она, красавица. Вот она как раз вижу на крайней рамке. Она бегает. Сейчас вам покажу. Беленькая. Я для себя... А вот она, красавица. Блондинка. Помеченная. Так, я думаю, вам видно. Вот. Ну что? Пчелы здесь не так много. Ну, хорошо летят сегодня. В принципе, я думаю, за две недельки она мне насеет. Дай бог. Так, здесь у нас... Перга. Я все-таки, наверное, пергу поставлю крайнюю, чтобы матке не мешать сеять. Чтобы у нее было место. Здесь есть перга, рамка с маткой. Тут у нас рамка с расплодом, но я поставлю сюда все-таки какую-то сушину, чтобы матка сеяла. Блин, перга. Вощину ставить пока не буду. Мне нужно, чтобы матка сеяла. Так. Ну пусть вот такая рамочка, она пусть темная. Потом я перетусую. Семья слабенькая, чтобы вощину строить. Ей сейчас нужно засеять. А вот в принципе рамка чистенькая. Более-менее я ее поставлю между расплодом и маткой. Вот. Они ее вычистят сейчас. И матка засеет. Вот здесь у нас матка облетелась. Так, ну, наверное, вот так вот пока темные рамки пока поставлю сюда. Потом по мере формирования буду расширять. Опять ложу полиэтилен. Ложу полностью полиэтилен. И перехожу во второй корпус. Вот. Так. Во втором корпусе, так как увидел матку, дал сиропчика на расплод. Расплод пока не добавлял. Сейчас. Вот и добавлю попозже. Как? Сейчас поработаю, покажу вам и расплоду добавлю попозже. Так, вот крайняя рамка. Вот тут мне бы пометить бы ее, конечно. Я ее увидел. Блондиночка, кстати, тоже. Корм. Не вижу я. Кстати, давайте-ка я засев посмотрю. У меня вот есть здесь лупа. Сейчас я лупу найду и посмотрю засев, чтобы мне было сразу понятно, что к чему. Так.
Так, куда я уронил? Ладно, не буду искать, но лучше найду матку. Попытаюсь, во всяком случае, найти матку. Ну вот, вощинку строят. А вот и маточка. Вот она замечательно. Родненькая. Подожди, не убегай на ту сторону. Сейчас я тебя заберу. Ты убежала? Неужели я опять тебя потеряю, а? Нет, вот она. Руками я ее брать не буду. Я ее возьму... клеточку для мечения маток и сразу помечу. Вот она мне не заходит. Матка шустрая. Все, она у меня здесь. Сейчас покажу вам. Помечу ее. Маточка шустрая очень. Ладно. Ну-ка давай, пчелка, вылезай. Ладно. Она вместе с пчелкой. Я ее помечу прямо здесь. Хорошо прижал. Ой, корректора нету. Сейчас. Корректор в кармане, думал, он здесь. Ну вот, показываю вам маточку. Вот она здесь бегает, и сейчас я ее прямо здесь помечу. Вот, прижал немножко и на головке поставил. Могу поймать. А, вот. Опля. Вот поймал. И на головке поставил небольшую точечку. Вот. Дал обсохнуть ей. Корректор, в принципе, быстро сохнет. Вот. Я ее отпускаю. Все, она шевелится. Все замечательно. Маточка. Ну, не знаю, сейчас рассеется. Сейчас я думаю, что рассеется. Вот она без видимых дефектов. Крылышки на месте, лапки хорошие. Цвет мне нравится. Ну, посмотрим, как сеет. И что будет лучше. Вот. И выпускаю маточку вот сюда на сот прямо. Все. Все, она пошла на сот. Она помеченная. Я считаю, что все отлично. Так, теперь пчелы здесь, конечно, не так много, но корм есть, воспитывать есть кому.